Я Лиса Кристалл, директор этой школы. А ты, стала быть, Джей. Я нигде не вписываюсь. Надеюсь, тут будет по-другому. Это необычное место. Твоя приемная семья знает твой секрет? Нет. Откуда? Мы все здесь оборотни. Дети леса — редкость, но они существуют. Я Холли. А я Брэндон. Люди не должны знать о нас. С нами ты научишься жить в обоих мирах. О, нет. Только не это. У тебя есть сила и скорость. Что же ты за зверь? Я пума. По мировому бестселлеру. Здесь вы научитесь превращаться, защищаться и контролировать себя. Я жду твоего первого превращения. Эндрю Миллинг такой же оборотень пумы, как и ты. Тут воняет кошатиной. Уж лучше, чем псиной. Твои травоядные одноклассники очень милые, но они тебе не друзья. Определись, кто ты и где твое место. Мое место рядом с друзьями. Узнай свою силу. Найди свою цель. Как тебя зовут? Как твое настоящее имя? Меня зовут Карак. Дети леса. Меня заселили с вами? Они что, с ума сошли? Кролики.